Постой. Кто? Кто говорит со мной? Так это ты говорил со мной? Как? Как тебе удалось проникнуть в мои мысли? Что ты есть? Слуга своего повелителя? Ты похож на порождение ада. Хочешь, чтобы я замолчал? Послушай, твоего повелителя случайно зовут Никсардос? Ну хорошо, имена не играют роли, ладно. Просто мне кажется, что это и есть башня Ксардоса. Мне нужно поговорить с твоим повелителем. Не доверяет? Мне? Что за испытание? А, я понял. Тот, кто хочет поговорить с твоим повелителем, должен прежде доказать, что он этого достоин. Постой, что это было? Доказательство? Победа? Над чем? Победа над стихиями? Камень? Лед? Огонь? Вот сердце каменного голема. Что? Верно. Убедительные доказательства. Не хватает? Не хватает еще двух? Это сердце ледяного голема может служить доказательством? Двойственность? Второе доказательство. Осталось еще одно. Как насчет сердца огненного голема? Совершенство? Я выдержал испытание. Если так, я желаю поговорить с твоим повелителем прямо сейчас. Контраргументы? О чем это ты? Руна? Руна для меня? В таком случае я принимаю руну телепортации в знак твоего доверия. Смертный? Кто, я? Ладно, я иду. Кто посмел отвлечь меня от моих исследований? Меня зовут. Я не желаю знать твое имя. Это несущественно. Куда важнее то, что за долгие годы ты первый, кто сумел разгадать загадки моего голема. А были и другие? Их было немного. И когда они надоедали мне, я ознакомил их со своими сверхъестественными созданиями. Похоже, ты ценишь свое уединение. Говорят, что так называемый спящий на самом деле является злым демоном. Это выяснили члены Болотного Братства. Маги воды уверены, что вся колония находится под угрозой. Эта опасность больше, чем может себе представить любой, кто находится внутри барьера. Меня прислал Сатурас. Нам нужна твоя помощь. Маги воды хотят использовать свои запасы руды. Решение кроется не в этом. Не в этом? Нет! Если взрыв Железной горы не предотвратит угрозу... Забудь о руде. Она не в силах обрушить барьер. Если бы Кариста и Сатурас не тратили свое время на решение пустых и никчемных вопросов все эти годы, сейчас они бы знали то же, что и я. Что именно? Ни один из 12 магов не прекращал ломать голову над вопросом, почему они не в состоянии контролировать барьер. И почему он разросся до таких гигантских размеров? И ты нашел ответ? Ну, ясно одно. Ответ находится под городом орков. Город орков? Орки вовсе не звери, как думают большинство людей. Их культура насчитывает столько же лет, сколько и человеческая. Несколько веков назад 5 орков-шаманов призвали древнего демона в надежде, что он поможет им победить всех врагов. Этот демон, это и есть спящий? Это имя орки дали ему намного позже.
Но я не скажу тебе, почему они его так прозвали и почему сейчас это сверхъестественное создание внушает им такой ужас. Не скажешь? Но почему? Я думаю, что ты можешь быть... Нет! Для того, чтобы убедиться в этом окончательно, я дам тебе одно задание. Какое? Слушай внимательно. Орки изгнали одного шамана из города. За что они изгнали его? Когда один из моих демонов пытал оркского воина, тот уже умирал и был не в состоянии ответить на этот вопрос. Какое отношение этот шаман имеет к моему заданию? Он расскажет тебе вторую часть истории о спящем. Едва ли шаман орков захочет говорить со мной. Ты хочешь, чтобы я помог тебе, или нет? Вообще-то да, но... Тогда больше никогда не подвергай сомнению мои слова. Найди шамана. Он не слишком ладит со своими сородичами из города орков, так что, возможно, он выслушает незваного гостя, прежде чем превратить его в живой факел. Звучит обнадеживающе. Где живет этот изгнанный шаман? Отправляйся на восток, к старой крепости. Ты не заблудишься. Она стоит на вершине горы, и ее видно издалека. В нее можно зайти? На самом деле от старой крепости остались лишь обломки стен. Она была разрушена еще несколько десятилетий назад. Я добьюсь ответов от этого шамана. Мой слуга уже отдал тебе руну телепортации. В любой момент она перенесет тебя в пентаграмму, которая находится в нижнем зале. У тебя не будет проблем с возвращением. Незнакомца. Плохие орки хотели убивать меня. Старые братья теперь враги. Кто ты? Имя Уршак. Быть сыном духов. Люди зовут шаманом. Откуда ты знаешь наш язык? Уршак был раб людей в шахте. Убежал. Много зим назад убежал. Ты был рабом в шахте? В какой шахте? Шахта под деревней в лощине. Почему твои братья напали на тебя? Уршака не любят. Запятнал веру в Крушака. Считаю Крушака плохим демоном. Кто это, Крушак? Люди зовут Спать. Ты имеешь в виду Спящий? Да, люди говорят Спящий. Что тебе известно про Спящего? Быть пять братьев много зим назад. Быть сыновьями духов, как Уршак. Ты хочешь сказать пять шаманов? Позвали Крушака. Хотели победить клан врагов. Пять братьев построили храм под землей для Крушака. Подземный храм Спящего. Вот что имел в виду Ксардас, когда говорил, что вход в храм находится в городе орков. Что случилось в подземном храме? Братья отдали сердце Крушаку. Но Крушак быть плохой. Крушак проклял всех, кто строил храм.
У братьев нет сердца, чтобы быть мертвыми или живыми. Стали и тем, и другим. Теперь у Крушака есть сердца братьев. В сердцах есть сила Крушака. Что стало со строителями храма? Крушак проклял всех. Строители тоже. Все стали живые и мертвые, и то, и другое. Неужели оставшиеся на поверхности орки не предприняли ничего? Они запечатали храм. Братья поклоняются Крушаку. Крушак получает жертву и не становится плохой. Уршак думал, что жертва — это плохо. Говорил братьям, что Крушак плохой. Братья не хотели слушать. Братья сказали Уршаку: «Уходи!» Братья ударили Уршака. Мне нужно попасть в подземный храм. Ты можешь провести меня туда? Уршак говорит спасибо незнакомцу. Незнакомец спас Уршака. Но вход в храм быть дома. Уршак не может идти домой. Понимаю. Ты думаешь, что тебя не пропустят в город орков. И, похоже, прорываться туда придется с боем. Дома братья очень сильны. Братьев быть очень много. Незнакомец, не ходи. Много воинов, незнакомец умрет. Дома быть другие сыновья духов. Незнакомец загорится и умрет. Ладно, ладно, но мне действительно нужно попасть в храм. Уршак знает путь. Незнакомец наденет Улумулу. Улумулу? Что такое Улумулу? Быть знаком дружбы. Братья уважают Улумулу. Незнакомец наденет Улумулу и не умрет. Где же я возьму эту Улумулу? Незнакомец пойдет к другу Уршака. Друг Уршака даст незнакомцу Улумулу. Незнакомец наденет Улумулу и не умрет. Да-да, не умрет, я понял. Где искать твоего друга? Друг Уршака у людей в шахте. Друг не убежал с Уршаком. Друг тогда был болен. Тебя держали в свободной шахте? Уршак быть рабом в шахте под деревней в лощине. Уршак думает, что люди называли ее так. Спасибо тебе за помощь. Уршак благодарит незнакомца. Незнакомец спас Уршака. Незнакомец и Уршак теперь друзья. Друг получит подарок. Возьмет талисман Уршака. Талисман защитит его от дыхания огненных ящериц. Уршак не может идти домой. Уршак теперь живет здесь. Друг придет, когда нужна помощь. Ловлю тебя на слове. Ты как раз вовремя. Мы готовимся к контратаке. Первый шаг — отвоевать свободную шахту. Это первый шаг. А второй? Как только шахта снова будет у нас, мы начнем искать проход в горах, которым воспользовались люди Гомеза. Когда этот путь будет отрезан, ситуация снова будет у нас под контролем. Понимаю.
Ты планируешь захватить ее с отрядом из 4 человек? Где все наемники? Атаковать в лоб не годится. Люди Гомеза слишком хорошо подготовились к этому. Но мы собираемся проделать все незаметно. Будем снимать врагов одного за другим. Это может сработать. Ли просил меня передать тебе кое-что. Ты был избран для этого задания как один из лучших наемников. Я пойду с тобой. Вместе мы сможем сделать это. Почему вы выбрали именно меня? Ты уже не раз доказывал, что тебе присущи одновременно и трезвость ума, и бесшабашная храбрость. Помимо этого, ты знаешь старый лагерь и его стражников лучше, чем кто-либо из нас. Ты лучше всех можешь справиться с этим непростым заданием. Ладно, пойдем покажем непрошенным гостям, на что способны свободные люди. Ничего другого я от тебя и не ожидал. Вот, возьми этот ключ. Он от двери караульной у входа в шахту. Постой-ка! Ты видишь эти тела? Иди ко входу в шахту, а я останусь здесь и прослежу за тем, чтобы никто не напал сзади. Я подойду, когда ты спустишься. Эй, ты только посмотри. Это тот самый тип из нового лагеря, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор. Если бы тогда ты хоть немного пошевелил мозгами, сейчас бы ты был на нашей стороне. На стороне победителей. Тебе стоило заплатить мне, пока у тебя еще была такая возможность. Ты взорвался, тебе не стоило нападать на меня. И тем не менее, все получилось как нельзя лучше. Этого тебе уже не изменить, поверь. Эй, парни! Взять его! Отличный контроль, парень! Нужна помощь! Таррак ранен! Что здесь произошло? Таррак захватить синие солдаты! Вдруг красные солдаты повсюду! Красные солдаты убивать все!
Тарг бежать сюда! Красные солдаты не ходить сюда! Красные солдаты боятся Гахлюг! Пожалуйста, помочь! Тарг ранен! Что такое Гахлюг? Быть большой звери, ходить на много ногах. Гахлюг — опасность, ест люди и орки. Ты, наверное, имеешь в виду ползунов. Ты говоришь по-нашему? Тарг быть рабом у люди много время. Тарг хорошо слушать. Что я могу сделать? Тарг нужна сильное лекарство, иначе Тарг умирать. Какие лекарства нужны? Гахлюг отравить Тарг. Тарг нужна лекарство. У Тарг быть лекарство, но Тарг потерять. Тарг не найти. Я найду твои лекарства. Тарг очень слабый. Незнакомец, торопись, или Тарг умирать. Ты случайно не знаешь Уршака, шамана? Уршак быть раб, как Тарг. Уршак убегать, убегать много зима назад. Твой друг сказал, что ты можешь сделать для меня Улу-Мулу. Тарг очень слабый. Нет лекарства, Тарг умирать. Незнакомец, принести лекарство, тогда Тарг помогать. Вот, я нашел твои лекарства. Незнакомец неплохой, как другие люди. Незнакомец хороший. Тарг должен благодарить. Теперь ты можешь дать мне Улу-Мулу? Незнакомец помогать Тарг, и Тарг помогать незнакомец тоже. Незнакомец нужно Кротак, Хастак, Двахкар и Орфантак. Незнакомец приносить все, тогда Тарг делать Улу-Мулу. Что такое Кротак? Быть язык огня. Быть язык ящерица огня. Где мне искать эту огненную ящерицу? Огненная ящерица жить дома. Дома Тарг. Незнакомец хорошо искать. Можно найти еще огненная ящерица на песок у моря. Что означает Хастак? Быть рог мракориса, острый рог, как нож, твердый, как камень. Где мне искать мракорисов? Жить в лес или пещера, не любить свет. Быть очень опасный, незнакомец, осторожно. Двахкар? А это что? Быть зуб болотожора. Когда этот зуб кусать, жертва никогда не убегать. Где мне искать болотожоров? Много болотожоров, где лагерь людей. Тот лагерь, где болото, конечно. Что такое Орфантак? Быть зуб большой трой. Делать большой дырка в добыче. Где мне найти троллей? Тролли жить, где горы. Тролли любить много места. Незнакомец искать в горах на север. Но бояться кулаков троллей. Когда кулак бить, незнакомец падать с горы. Мне нужно пройти. Незнакомец прийти снова. Больше здесь не показывайся! Ох, парень! Это был непростой бой. Никогда бы не подумал, что люди Гомеза способны так драться.
Главное, это то, что мы все-таки выбили их из шахты. Я останусь здесь и прослежу, чтобы они не вернулись. Увидимся! Я собрал все, что нужно для Улу-Мулу. Незнакомец быть сильный воин. Давай вещи. Тарра готовить Улу-Мулу. Вот. Незнакомец носить Улу-Мулу и быть гордый. Тарра теперь спать. Забавная у тебя штуковина. Похоже, это орочья работа. Тебе его дал раб из шахты? Это оркский знак дружбы. С ним я хочу войти в город орков. Надеюсь, что орки поймут этот знак. Увидимся! Я добился ответов от шамана орков. Ну так говори же! 5 шаманов призвали спящего и выстроили для него подземный храм, вход в который находится в городе орков. Все верно. Но демоны не знают благодарности, и спящий вырвал их сердца и обрек строителей храма на вечное служение ему в облике нежити. Хорошо. Очень хорошо. Орки запечатали храм и начали приносить жертвы, дабы умиротворить демона. Нашел ли ты путь ко входу в храм? Да, есть орк, который... Избавь меня от подробностей. Отправляйся в подземный храм. Там сокрыт наш единственный шанс уничтожить барьер. Но я не понимаю. Не ты ли взывал ко мне о помощи, желая уничтожить барьер? Это так, но... Так иди же! Мы и так уже потратили впустую немало времени. Отправляйся в подземный храм и найди там ответ. Уржак приветствует друга. У друга есть Улу-Мулу. Быть хороший. Друг не забудет нести Улу-Мулу в руке.
когда пойдет по мосту. Когда мы встречались в прошлый раз, ты сказал, что братья запечатали храм. Братья Уршака запечатали храм в земле очень хорошо. Друг не может идти туда. Друг использует магию братьев, которые сыновья духов, как Уршак. Где мне искать эту магию? Должен идти в пещеру братьев, которые сыновья духов, как Уршак. Но друг должен использовать магию осторожно. Братьям Уршака не понравится. Улу-Мулу не поможет, когда друг использует магию. Что ты делаешь так близко от города? Уршак смотрит на братьев дома. Уршак думает, Крушак скоро проснется. Уршак ждет здесь. Будет сражаться, когда Крушак проснется. Спящий скоро проснется? Надеюсь, ты ошибся. Судя по тому, что я уже слышал об этом демоне, ему лучше оставаться спящим.